Привет. Ну, в общем, ничего я не особо не изменил, потому что не могу. Подбор предметов. А исцеление. А, нет. Смертельный максимум АЗ уменьшил. Шестой уровень, 26 или сколько там ячеек занимало, блин. Много. Слишком толстая. Попробую так побегать. Так, а ну-ка, ребятушки, козлеточки, давай-ка вот так сделаем. Мне опять с королем сражаться со здешним. トゥービー、機械生命体の言うことに耳を貸しちゃダメだ。Жесть, банки консервные. Не догонишь, не догонишь. Черт. Миновало. Ну, собственно. Что тут у нас есть? А, вот сюда надо сходить. Кабан! Поехали! Гамлин. Okay.
Вот. Теперь сюда попустили. Пойду посмотрю. Интересно же. Обследовать всякую неведомую хрень. То есть это третье задание, ну, испытание. Третье испытание. Нанда кого? Ты что тут происходит? Магазин. Ой, 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 это не то. Я нечаянно. Блин, я сканер включить хотел. Твою мать. Магазин раздолбал. Блин, у него задание было. Блин, где у меня сохранение, интересно? Ну-ка, если я здесь сохранится. Блин. Может, они резнутся, если я перезайду? Может, ничего страшного не произошло? Торговец прикончил. Ладно, конечно. Подземный Колизей. Блин, я его взорвал. А, роботами биться. Блин! А я всех роботов взорвал. Зашибись, блин. Да нет. Фак. Да сраное говно, нажимайся, что ли. Отстаньте от меня. Так, как резать локацию? Свалить? Ладно, короче, сейчас попробую резать локацию, потом продолжу запись.
Я кабана разогнал наконец-то. Прикольно. Кабан, давай, разгоняйся. А, я сканер засунул, что ли? Я не понял, чем я с ним бьюсь? А, ничем вроде. А у вас сколько у вас тут? Нафиг. Окей, хорошо. Все резнулось. Титановый сплав, деформированный провод, сломанная гайка. Понятно. Ты продаешь барахло всякое. Поговори с роботом, которого хочешь взять. Ну-ка давай с этим. Хочешь использовать мое тело? Ну, давай. Как ничего. Что? А как я его убью без ничего, интересно? Понятно все. Ладно. Слишком плохо, да. Понятно, что плохо. Без оружия дали робота. Хорошо, давай возьмем. Давай с этого начнем фиксить. Да. Кулаки, щит. Щит. Допустим, и чё, а биться как? А, во.
52? А, я 52. И чё? А, вот. Ах ты падла. Готов. А как он так руками машет? Я тоже так хочу. Ау! Ну, блин, этим роботам скучно драться. Давайте, выигрывайте уже. Окей, я победил. Одежда юноши, ишь ты. Это, наверное, ключевые предметы. Понятно все. Ладно, давай 45-й попробуем. Так, какие еще, может, с той стороны какие-нибудь есть? Тут что? А, ну тут арена, собственно, да? И сундук стоит. Фигня. Ничего не покупал. А что надо купить? И что будет? Все вроде. Давай. Кулаки, пистолет. Пистолет. Ай.
И как мне прикажете тебя убивать? Со щитом. Офигеть, они не ломаются. Ладно, убивайте меня. Я понял свою ошибку. Щит. Давай. А, во, это он. Удар щитом у меня есть. Интересно. Это на единицу. Сложно. Меня уже почти убили. Лечиться я, конечно, тут не могу, ничего делать не могу. Автоисцеление работает? Всем не нравится роботами воевать. Совершенно не нравится. Они какие-то медленные все. Пойду дальше.